сентябре тысячи гостей Дня белорусской письменности приедут в Добруш, чтобы увидеть все самое интересное своими глазами. Фестиваль книги и прессы, выставка региональных СМИ, литературное подворье, музейные экспозиции под открытым небом. Также в планах пустить по маршруту Гомель-Добруш тематический железнодорожный состав, чтобы туристы быстро, удобно и увлекательно добирались до столицы грядущего праздника. Главной локацией Дня белорусской письменности в Добруше станет городская площадь. Запланировано немало интересных тематических мероприятий, рассказывающих о потенциале нынешней столицы, письменности и ее окрестностях. Подробности узнаем. Друзья, привет! В Добруше завтра будет праздник. Вот предпраздничный Добруш начинается за полкилометра от площади. Палатки вот такие ставят. На сцене музыка бухает. Но сцена еще далеко отсюда не видно, а уже музыку слышно, репетирует. Сцена, ребята, вон ее уже крыша видна. Такой сцены мы еще не видели у нас. И здесь все строят, тут палатки какие-то ставят. Книжные павильоны. День белорусской письменности. 29-й. Вот отмечается. Вот сцена там видна издалека. 29-й. Вот отмечается. И в этом году выбран Добруш для проведения праздника. Два дня будет. 3 и 4 числа. Вот. Подготавливает все к празднику, ребята. Все будут мероприятия чисто на белорусском языке. Я иду и снимаю, потому что может немножко будет труситься видео, но так получается. Еще назад. Да. Завозят, завозят, завозят. Спокойно здесь. Все, перекрыли движение на ближайших километрах. Даже больше, на 3 километра, наверное, от этих мест. Угу. Вот такая большая сцена вот там впереди. Есть объявление? Больше 30 метров в длину. Палатки вот такие вот ставят. Будут после обеда их заполнять уже нужными элементами. Давайте мы с вами там поставим ручку наверх, поднимем. Там такое долгое окончание, да, в фонограмме еще висит. Вот станьте в рисунок, наверху мягкую оранжетку. Фестиваль там, книги и прессы белорусской. Да. И снять. Если удастся прийти на праздник, все будет нормально, то я еще что-то сниму. Девочки, вы умницы. Сейчас репетируем номер «Колыханка». Поэтому все, кто заняты, и хореографы, и вокалисты в этом номере, выходим на сцену. Ребята, вот столько стульев наставили, чтобы все поместились. Всем было удобно смотреть мероприятие. Сцена будет как бы светодиодная, пока еще, конечно, ничего не подключено. Ну, не знаю, придем посмотрим. Так хочется, конечно, посмотреть. Дай бог, чтобы ничего не помешало. Такие две палатки стоят друг за другом. Что-то и в них будет.